СМС-банк. Если вы хотите получать информацию о своих сделках на счете или с картой, предлагаем услуги СМС-банка в мобильном телефоне или на электронной почте. Информацию о СМС-банке вы можете найти в разделе «Заявление СМС-банк». Запрошенные вами сообщения просматриваются в разделе «Сообщения». Нажав на конкретное сообщение, вы можете исправить или удалить его. Вы можете выбрать, как получать информацию – на электронную почту или на мобильный телефон. Можно выбрать также оба канала, однако плата взимается за каждый отдельно. Выберите язык, на котором хотите получать сообщение, счет, с которого в конце каждого дня будет отчисляться комиссионная плата СМС-банка, а также наиболее удобное время для получения сообщений. Когда основные настройки будут установлены, вы сможете выбрать тип сообщения. При выборе входящих или исходящих сделок вам нужно указать сумму, начиная с которой вы хотите получать сообщение, а также счет, о котором необходима эта информация. О сделках с кредитной картой вы можете запросить отдельные сообщения. Перед тем, как подтвердить запрашиваемую информацию кодом, еще раз проверьте ее. СМС-запрос. Отправив банку СМС с запросом, вы можете получить короткое сообщение об остатке на вашем счете или кредитной карте, а также курсы валют. Если у вас оформлены СМС-запросы, вы увидите это в разделе «Заявление», «СМС-банк», «Сообщение». Если вы хотите изменить что-либо, нажмите на СМС-запрос и выберите «Изменить». Как активировать СМС-запросы? Чтобы оформить СМС-запросы, выберите раздел «Новое сообщение». Укажите номер мобильного телефона. Выберите счет или счета, о которых хотите получать информацию, а также счет по умолчанию. Если в СМС вы укажете только команду запроса, то получите информацию о счете по умолчанию. При оформлении СМС-запроса на указанный вами номер телефона будет отправлен код подтверждения. После этого заявление нужно подтвердить кодом со средства авторизации. Как отправлять СМС-запросы? СМС-запросы отправляйте на номер 8777, указав команду запроса. Узнайте больше о возможностях СМС-банка на sep.lv/ru.